Чего? Хуёв, я настроился уже, бля. Всем привет, дорогие друзья, с вами Санёк. Он Игорёк еще, еще один Санёк. В общем, сегодня у нас ничего не будет делать, они сегодня у нас... Будем дрочить. Дрочить? Да. Сегодня, короче, ничего происходить не будет у нас видео, сегодня просто постоим, пообщаемся с ними, может, что-нибудь они интересное рассказывают, расскажут, чем они занимаются в свободное время. Лечимся. В общем, ребят, сейчас мы пойдем туда, на наше место подойдем, там уже с ними постоим, пообщаемся. Какая-то хуйня. Ага. Расскажи что-нибудь интересное, веселое людям. Какой веселый, блядь, зуб всю ночь болит нафиг. Сейчас до сих пор болит. Четыре таблетки. Я Игорёк, поснимай его. Четыре таблетки сожрал, блядь. Толку никакого. Сейчас, ребята, я приду, схожу за мячиком. Сейчас сегодня будем тренировать вратарей. Вратарей, блядь, я сам как нахуй мячик, блядь, шатается. Поближе, поближе. Поближе. Ну сейчас хоть посмотрим, как что. Не бритый, блядь, копейки. Да и хуй с ним, ёпта. Косились тоже, блядь, не бритый. Да станок нахуй найти не могу, который ты дал бы. А у меня все, станков нет. Да я уже понял. На картину про мячик это сказал. Да хуй с ним, зато, блядь. Да, блядь, доблевать не надо. Хорош! Сань, ну чё ты раритетный, блядь, какой-то. Блять. Санёк, бля. Как что ты на ворота? А вот перчатки. Перчаток нет, но я же не сегодня хотел этот видос снимать. Ну ебаный в нос. Блять. Давай, я поснимаю, а вы там давай, это. Давай. Ладно, давай, я подам. Санёк, вставай в раму, или вон Игорёк пускай встает. Давай между вот этих двух деревьев, вот. Где вот ты сейчас стоишь? Давай. Откуда тебе бить-то будут они? Ну вот от этого. Давай вот отсюда, Санёк. Будешь бить? Давай, ебану. Давай, попробуй. Давай, ебану. Ты ноги так хуй-то разбил. Давай, давай, давай. Блин. Штрафную. Саня, ты же, блядь, ворочек там или кто ты? Блядь, когда ты. Давай. Ой, блядь. В очко, нахуй. Я говорю, скользкий, ботинки скользят. Давайте, короче, смотрите, что... Давайте, смотрите, что сделаем. Давайте, короче, по 10 ударов. Кто меньше пропускает и кто больше забивает, тот победил, короче. Да, давай. 1-0, поехали. Почему 2 уже забили? Ну, это мы сейчас только начали. Да. Это разогревочный был. И как твоя задача меньше пропускать? Потом я, что ли, ему бью, блядь? Так получается? Ну, потом ты бьешь, да. Ну, потом, может, я вам напоследок еще. Блядь, широкие руки, сука. У тебя ноги а широкие, блядь, не пей. О! С подъема, да, Сань? А если все 10 сам не пьешь? Это же Роналдо, ёпты. Да еще в стоянии хуёво, ёпты. Еще после пьянки, да, Сань? Ага, блядь. Торманулся, блядь. Спирт еще раз, блядь. Бля, ну это нет. Игорёк, ну что ты не тащишь-то? С ведром, блядь, просидел нахуй. Че, че? С ведром всю ночь просидел, блядь. С ведром просидел всю ночь? А что такое? Блювал, ёбану. Тихо, блядь, не убейте. Слышишь, Санёк, а что, к тебе домой эти хатчики ходят? Какие хачики? Ну хачики с подъезда. Соседи мои. А, соседи твои. Да. Ой, бля. Отбил. Это был какой удар? Третий, да? Второй. Нет, третий. Вот сейчас будет четвертый. Блять. Опа. Сейчас будет пятый. Короче, 2-0. Да пока он тебе 2 гола только забил. Да ебаный в рот, блядь, он скользкий пиздец, блядь, скользит там все везде. Да? Он что, испущенный малек? Че, ботинки нахуй, как лыжи, блядь, скользкие, блядь. У тебя туфли мушкетерские. Да они грязные все еще, блядь, в муке нахуй. Бля, я тебе как это, помочь чуть-чуть.
Так, три не забил, два забил. О, можешь оттуда не тут. Саня, давай, покажи. Да я куда-то, сука, блядь. Давай с разбегу, Сань. Да ладно, нахуй, я сейчас с разбегу сам ворота залечу. Получается, уже... Это третий, получается, да, гол? Да, 3-3. Что удар был? Что удар был? Еще у тебя 4 удара, Сань. Ладно, мне 3 надо будет забить. Фу, блядь. Тебе надо будет забить больше, чем Санек. Блядь, ну сука. Ну он еле путнул его. Ты че, Игорь? Хотя что не забыл? Пиздец, у меня сам все ноги трясутся нахуй, блядь. С этими пьянками, блядь, пиздец. Блин, штанга. Штанга, Сань. Я уж не вижу. Санек, ты у нас вот чемпионат мира по футболу будет проходить в 2018 году. Поедешь смотреть на матч? Ага, там билет с университета стоит, ебаный народ. Ну билет, да, не дешевый, Санч. Тем более маски. Ну ты поедешь? Не? Бля, без тебя Россия точно, бля, хуёво сыграет, Сань. А чё за поза такая? Вратарская. Пьяного индейца, ёпта. Перчатки. Ещё два удара ему, да? Внимай. Ладно, это сейчас на прогресс сходим. Там ворот нормальный есть, там уже побьём. Это просто сейчас, просто мячик валялся в машине. Фу, блядь, сука. Фу, давай, Сань, с разбега. Вау! Все, крутой, забил. Санек, если ты побеждаешь, ты ему еще 10 фофанов даешь. Да ладно, с фолбанчики. Ну, фофаны такие, пам, пух, чтоб шишки вскочил. Ты шапка рови. Носки на руки одень. Не, были сейчас перчатки вратарские. А вы сейчас что утром делали-то, когда я вам звонил? Я ничего, я дома кино смотрел. Кино смотрел? Гляди. Что за фильм? Блять, я уже забыл. Я уже забыл. А, это, блять, как его? Сейчас помню, блядь. Не забил. Все, это последний удар, по-моему, был, да? Я не считаю. Да, все, давай, теперь Игорёк тебе бьет. Фу. Саня, давай в раму, Сань. Ва. Ну все, это звезда. Мирового футбола, блядь. Бля, очки? А, положи, а то еще разобьет тебе их. Так, Игорь, заебал. Ваши комментарии перед ударом. Что скажете? Ловить надо, угадай. Смотрим. Ты давай, Саня. Хорош, давай, отбил. У нас Игорёк, я ему сказал, условие, кто, короче, это, выигрывает, тот другому фофану бьет 10 штук. Так башка на. Ну вот, видишь, стимул. Давно это не делал. Ой, блядь, хорош. Два удара, ноль голов. Нормально. Да, давай, Санёк, лови. Блядь, что-то штанг здесь собирает. Ты чё, свак? Ты всадил его нормально так. Смотри, Санёк, а то в голову тебя ещё попадёт. Убьёт сразу. Нормально стоит, слышь. Я тебе говорил, надо место Кенфеева, блядь. Давай. Давай, девять. Покажем за финал. Давай, блядь, блядь. Блядь, забил, Саня. А ты что делал с утра, часть, когда звонил? Дом сидел? Сушки ел. Что ел? Сушки ел. Баскетбол смотрел. Баскетбол? Да. Что за канал? Ну что? Это у тебя матч ТВ показывает? Ну, все показывают. Ясен. А вы говорите, плохо живут. Не знаю.
блядь. Хорош! Саня! Он, сука, просто ногами отбивает, блядь, а я не отбивал ногами, блядь. Сань, голову отбивай, Сань! Блядь. Сколько там, блядь? Промаха. Какой два ты не попал? Триггер, промах, два забил. Еще пять ударов еще. Сань, голову отбивай, Сань! Нормально, Санёк, нормально. Нормально, нормально. Сколько он? 4 забил. Ты ему сколько сейчас забил? 3 получается? Да. 4. 4 он не забил. Да, да. Да, 4 он забил. 6, да, ты ему сейчас по-любому забьешь только. Теперь 4 удара. Сейчас будет, если забью 2, знаешь, пиздец. На, на. Такие не берутся, как говорится. Чего не берутся? Сильно и прям, он даже не среагировал. Капитан Меч, блядь. Ну вот по четырем мы сравнялись. Может еще... Сань, сильно... сейчас проиграешь, он тебе 10 это, 10 фофанов будет, так что смотри. Фофан, а шампаны. Ну, одно и то же. Раз, два. Так. Три. Да. Фу, блядь, хорош! Хорош! Ну все, видишь? Там сразу как по щелбану сказал. Жан Луиджи Буффон. Сразу начал это отбивать. Так. Да первым я вот, бля. Давай, бля, ноги трясутся. Коси все ворота. Бля, смотри, Ару, нормально так. Тебе говорю, надо Кинфеев выгонять нахуй. Да, Кинфеев нормальный, ёп. Что, еще последний остался? Сколько еще ударов выиграл? Последний. Последний. По ударам, сколько ты ему забил? 5, он через 4. 4. 4 ему забил. Все, красавчик. Бля, у него ляжки деревянные. Красавчик. Что скажете? Ничья. Давай еще по 5. Ты ебанулся совсем. Давай еще по 5. Только оттуда, где я. Уже, блядь, дыхалка нихуя не работает. Да давай, по... да не, по 5, давай просто до одного забитого и все. Сейчас еще он сбивает, то это. Потом ты, и кто сбивает, тот и выиграл. Блядь. Все, это да, традиция вот такая. Вот, давай. Давай. Все, отбил. Звезды мирового футбола. Бля, ну что, башка. Гол, Сань! Да тихо ты, ёпта. Все, гол. Меч как-то неправильно. Вроде отбился, уходил. Но он скользкий, потому что. Пойдем туда, на наше место. Ну чё, давай 10 щелбанов. Блять, а сука, руки затряслись. Чё, Санёк? Руки аж затряслись, блядь. Ну чё, Игорёк, давай ему 10 фофанов. Ой. Если хочешь, можешь, Санёк, тебе 10. Не, я хочу ещё побить. Да потом побьёшь, успокойся уже. Пизду, завтра побьем, нахуй. Да ладно, какой сегодня. Ты себя нормально чувствуешь, блядь, а мне надо... Саньку хуёво, видишь? Не дай этого, блядь. Он пил всю ночь. Не, я всю ночь отходил, блядь, пил, блядь. У меня зато от спирта и завтрака в ноги, блядь, принимает. Дбух, нахуй, дбух. Чё, давай бей, блядь, так, блядь, весь потел, нахуй, блядь. Давай, Игорь Чацкий. Такие же смачные, прям шлёп. Не, вот, бля, шелбаны, нихуя ты там фофаны, бля, приготовил. Да я их не умею бить. Не надо, не умеешь. А башка, нахуй, бля, мячик отвалится в ворота. Да, я не знаю, я тебе говорю, не умею. Да не, не, погоди, да нормально, чё ты, блядь, делаешь? Я два. Я совсем... Детские, ёфты. Три. О! Четыре. Ещё сильнее. Пять. Шесть. Смотри, палец не сломай, ёфты. Семь. Восемь. Восемь, ещё два. И тут что? 9. 10. Все. Санёк, ваш комментарий. Че? Да голова так себе. Болит. Средний, ёпта.
Видишь, ты ему еле бил. Давай теперь он тебе, чтобы по чесноку. Заебись нахуй, он пропускает, блядь. Давай, ну, Санёк. Хороший. Не, ну давай, по чесноку, горчанку. Да, он сейчас это не надо, я с ним, блядь, уже... Да чё ты слышишь-то? Он тебе так же, он тебе так же. Так же? Так же. Давай, Сань. Только бутылкой, да? Да так руки трясутся. Да давай, Сань, с кулаками. А чё он 10-то, блядь? Ну, не знаю, просто так вот захотелось. Ну, бля, пиздец. Бля, что-то я тоже вспотел. Пиздец. Давай, выше голову, Сань. Бля, сейчас промажу нахуй, блядь. Мне вот 30... А ты щелбаны, давай, ну, фуфанелы, фуфанелы. Нахуя мне фуфанелы, я фуфанелы. А, конечно, щелбаны, щелбанов бы я тебе сейчас нахуярил, блядь. Ну, а я тебе сразу сказал, бей щелбаны, блядь, нахуй мне твои. А что, щелбаны не больно? Хуя себе не больно, у этой, сука, падлы, блядь, нахуй бьёшь, блядь. Давай 5, ладно. Давай 5, ладно. 5 щелбанов. Ой. Дай ватку подложу, что ли, блядь. Да у меня сейчас одна рука трясется, блядь, не получится. Ага, сука, падла, блядь! Да не... Сука, блядь! 5, блядь, 2 промахнулся, блядь. Люди со стороны смотрят, что ты так орёшь-то? Ты хуя в одно место, сука. Надо за бутылочку, Сань, сходи. Санёк, расскажи историю какую-нибудь. Да, блядь, мне сейчас не до истории, блядь, говорю, зуб нахуй ноет, пиздец, блядь. Покажи, что за зуб. Ладно, здесь сейчас стороны. Сейчас вытащит его, блядь. А их? Видишь? Да не, не вижу. Врач-стоматолог, блядь. А, у тебя там он кариес, ёпта. А, он там побелел, если нахуй. Ну, он пассатижи мне. Блядь, да тут теперь как до понедельника дожить, блядь, стоматологию идти. А? Сука, запустил опять пломбу, времянка выскочила, блядь. Пиздец. Так, ну надо сходить, это Саня, пузырёчек. Ну, да вы потом сходите, сами. Не-не, он под это пойдет хоть разговор, блядь. Наши истории сразу найдутся, блядь. Завтра на прогресс пойдем, там побьем. Блять, перчатки надо такие хотя бы. Сука, ну он, блять, он футзальный, он еще, блять, это. Какой футзальный, футбольный? Он еще спущенный, блять. Футзальный он меньше. Да, кстати. Он подспущенный чуть-чуть, но я ничего не говорю, что он накачан. Это там, да, вот там, где вот там ворота, говоришь, там еще нормально. Да, кстати, может быть, туда вон. Куда? Здесь, блядь, в траву, нахуй? Здесь так, какой вон? Здесь так скользко, нахуй, ебаный рот, блядь. Да на прогресс потом сходим. Нахуй здесь такие же ворота вот стоят. Да? Конечно. А пойдем туда на площадку-то? Пойдем. Да, ну, ребята, вот такой вот получился видос. Понравился, поставьте лайк там. Не понравился, дизлайк. Пишите комментарии, смотрите мой канал. Подписывайтесь на мои социальные сети. В общем, увидимся в следующем ролике. Скорее всего, он будет завтра. Ну, либо послезавтра. Ну, в общем, всем удачи, всем пока.